Сколько букв А в слове Соломон? Две. Ты молодец. Я знаю. Сколько букв А в слове Москва? Одна. Где? В конце. Подпишись. В каком году Санкт-Петербург стал столицей в России? 1721 год. Красавчик. Да. Молодец. Так, столица Германии. Берлин. Столица Испании. Барселона. Столица Америки. США. Ой, нет, я имею в виду США, столица США. Сейчас. Я не знаю. Стыдно. Подпишись. Когда была Куликовская битва? 1265. Как ты долго это говорил? Угу. Да. Хорошо. Столица Беларуси. Минск. Там я бываю в Беларуси постоянно, поэтому я хоть что-то знаю. Не Гомель. Нет, не Гомель, нет, Минск, все. И не Брест. Нет, это маленькие города, которые находятся вокруг Минска. Нужно ли вводить обязательно тест ДНК в роддомах? Я думаю, да. Почему? Потому что очень часто подменяют детей или путают. Ну, я думаю, что все-таки надо. Все-таки надо, ну, то есть безопасно. Ну, да. Подпишись. Какой документ Российской Федерации имеет высшую юридическую силу? Конституция. И только она? Только Российская Федерация, Конституция, и все. Нет. Конституция, пусть будет Конституция. Что является высшей ценностью Российской Федерации? Люди, народ. Я не знаю. Ты какой класс? Я не класс. Какой ты колледж? Не скажу. Какой ты курс? Первый. Вот это и молодец. Кто является единственным источником власти в Российской Федерации? Президент Российской Федерации. Опять он. Может, давай кому-нибудь место другому уступим? Источник власти? Ну, как думаешь? Кого ты видишь перед собой? То есть... Подпишись. Кто является главными участниками экономики? Ё-моё, я правовед. Ну, как думаешь? Потребители и тот, кто производит. Производитель и потребитель. Какая численность населения Земли? Много. А цифра? Пусть будет 10 миллиардов. 10 миллиардов, потому что вот скоро так будет. Я надеюсь. Я надеюсь тоже. Ладно, что такое бартер? Вот ты же блогер. Бартер, ну, торговаться по бартеру. То есть ты мне наушники, а я тебе очки. Ну, как-то. Да, торговаться по бартеру сделать. Самый большой остров в России это какой? Камчатка. Потому что это остров. А может и не остров, я не помню. Подпишись.